Главный показатель экономики региона – инвестиции, а точнее их объем. Химки занимают лидирующие позиции по привлечению инвесторов среди городов Подмосковья. За 5 лет на территории Химок появилось более 1500 промышленных предприятий, а вместе с ними и 12 тысяч рабочих мест. В Химках активно строят и социальные объекты. За последние 5 лет появились, например, 31 детский сад и 11 школ. Таких показателей достигли за счет оперативной работы администрации. Об этом говорили на общегородском собрании с главой муниципалитета это Дмитрием Волошиным. Поэтому цифра 50 социальных объектов, она просто сразу отвечает на все вопросы. Хорошо, плохо, много, мало. Также мы показываем налоговый рост, когда говорят кризис, плохо, все у всех нехорошо. Химки в это время дают налоговый рост. И исполнение плана более 120% на полугодие, это говорит о том, что конкретно в нашем муниципалитете у нас абсолютно понятный, здоровый климат для инвестора. Еще один показатель экономического роста региона – жилищная политика. На общегородском собрании обсудили вопрос капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году по региональной программе ремонт проводят в 141 многоквартирном доме на сумму больше 750 миллионов рублей. На эти деньги ремонтируют кровлю и внутридомовые инженерные системы, обновляют фасады и устанавливают новые лифты. Администрация городского округа внимательно следит за ходом капитального ремонта и контролирует ситуацию.